Это беспилотный авиационный комплекс «Беркут-ВМ», то есть воздушная мишень. Он способен развить скорость порядка 400 км в час. В его электронной системе заложено 6 различных масок, то есть он может имитировать как крылатую ракету, так и самолет Ил-76. Удаление, на которое он может подняться в воздух, это 120 км. При этом в воздухе находиться около 30 минут.